Навігаційний тотем або пілон – компактна альтернатива облаштованої зупинки громадського транспорту. Споруда з'явилася біля Дніпровського національного університету. На ній розміщена інформація про назву зупинки, розклад маршрутів електротранспорту, напрям руху. Головний художник Дніпра Сергій Білий зазначив, такий тотем – частина дизайн-коду міста, спроба покращити його інфраструктуру. Есть остановка, но кроме знака, что здесь остановка, ничего нет, ни расписания, никакие маршруты входят. Даже если повесить здесь электронное табло, это не решит ситуацию, потому что табло показывает там интервал до прибытия того или иного маршрута. У нас есть остановочные комплексы, но их очень мало. Человеку, когда он приходит на остановку, нужно понимать, где она в первую очередь находится. Есть, конечно, знаки, которые указывают для водителей, но нет знаков, которые указывают для пешеходов. Где же все-таки останавливается транспорт? Не все на него можно разместить, да, то же табло невозможно разместить. Если не поставишь лавочку, нет крыши, вот видите, мы мокнем сейчас. Но он может стать где угодно. Если возле него будет останавливаться троллейбусы, вот, первые две троллейбуса останавливаются возле него, это будет идеально. Крім того, на пілоні є QR-коди. За їх допомогою можна дізнатися додаткову інформацію про вартість проїзду та способи оплати, а ще залишити свій відгук щодо ідеї такої споруди та її функціональності. Дизайнери підкреслюють, біля університету встановили тестовий варіант тотему, аби зрозуміти, як він працює в середовищі, наскільки зручний для містян. Дане зділля зроблено із мебельного брусу і обшитого ДСП. Привязано оно, потому что мы не делали капитальный фундамент. Мы его привязали для того, чтобы он просто не упал в случае, если будут какие-то вандальные действия. Это важно. И горожане непосредственно должны участвовать в сохранении того, что мы, собственно, делаем для города и для самих, собственно, себя. Георгій Марков, Андрій Сергєєв. Новини 9 каналу.